Студент Волгоградского института бизнеса Николай Стец занял первое место в конкурсе дизайнеров. Организатором конкурса выступила компания Teletrade, известный в России финансовый брокер. Нашей компании в этом году исполняется 18 лет. Этот возраст ассоциируется с молодостью и надеждами. Я считаю очень символичным то, что группа компаний Teletrade совместно с Волгоградским институтом бизнеса решила поддержать молодых, подающих надежды студентов. Всего в конкурсе принимало участие 20 студентов из разных волгоградских вузов. На отборочном этапе всем участникам предлагалось прислать свое портфолио. Коля закончил колледж по специальности дизайн с красным дипломом. Защита была блестящей, и уже в процессе защиты выпускной квалификационной работы он показал, продемонстрировал, что у него сложился свой собственный уже стиль авторский. И я решила, что Коле будет несложно участвовать в этом конкурсе. Я очень рада, что он победил. В финале студентам необходимо было придумать компанию и разработать для нее свой уникальный стиль. На конкурсе нам сказали сделать дизайн сайта. В Corel и Photoshop я делал. Сделал в черно-белой гамме, выиграл. Для меня ближе минимализм, хай-тек, вот, и как-то черно-белая гамма мое. То есть я сейчас стою тоже в черно-белом. Теперь победитель конкурса будет получать стипендию в размере 5000 рублей до конца своего обучения. Олеся Швыченко, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение.